Свет и тепло дома твоего, незабываемый мир детства, радость праздников. Это и начало начал, и корни, уходящие вглубь веков, светоч и хранитель культурных традиций народа. Когда-то и в какой-то час мир разделился на добро и зло. Кто ты, меня спросили? Я тогда ответил: моей звездой небесной я наречен добром, и потому слова, дела во мне едины. Дари тепло огня ты людям, храни очаг, святой Хызыр. Гори огонь, свети и возгорайся, гори, гори и будь неугасим. Дервиши, странствующие актеры и мудрецы прошлого. Они были носителями культуры и затейниками многих народных празднеств. Народные празднества, которые проводились после сбора урожая, в далеком прошлом были украшением деревенских и городских площадей. Сегодня они вновь возрождаются в народе, на тех же площадях, где они происходили.
Издревле живет в народе предание о древе жизни, из чрева которого якобы и возник человек. В азербайджанских селах люди приносят к древу жизни плоды своего труда и, украшая его ветви разноцветными лоскутками, загадывают свои желания. Мейдамбек – это заводила, организатор и распорядитель праздника. Он выполняет советы и наказы старейшин рода по проведению торжества. Духовой инструмент тулум, чем-то похожий на волынку, сохранившийся у многих народов мира, имеет редкое и неповторимое звучание. Исполнение на тулуме требует высокого мастерства и умения импровизировать. Морал ойну – игра оленя. Олень – олицетворение красоты живой природы. В далекие времена, когда зарождался этот небольшой спектакль, наших сегодняшних экологических тревог не было и в помине. Но народ, с присущей ему мудростью и дальновидностью, говорил о сохранении и бережном отношении ко всему живому на земле. Преследуемый злым охотником олень находит приют и спасение среди добрых людей. А злой охотник получает по заслугам.
Коса – любимый герой народных празднеств. Он насмешник, весельчак, певец и искусный танцор. Коса отличается невероятным остроумием и находчивостью. За его кривляниями и шутками всегда стоит поучительное слово и мораль. Азербайджан истори славился своими канатоходцами. Без них не проходил ни один народный праздник. Используя простые бытовые предметы, канатоходцы проделывают зрелищные трюки. Thank you.
Зопу-зопу – это игра мужественных и смелых пастухов. Они состязаются в ловкости и силе, загадывают замысловатые загадки, исполняют обрядовые танцы. Главное, что присуще этой игре – это выражение единения и солидарности людей. Thank you.
Hem gül olsun, bal olsun, hem yağ olsun. Evdekiler sağ olsun. Verene oğul verir, verene kız. Kanımdırsın ayağa, kösanın payını versin. Традиционным персонажем азербайджанских народных сказок является див, образ зла. А козел – это символ весны и плодородия. И как всегда в народных сказках, добро побеждает зло, зима отступает перед весной, а смерть, иронично осмеянная, отступает перед жизнью. Свадебный обряд Дуа-Капман – это первое появление невесты среди народа после свадьбы. Примечательной чертой этого обряда является то, что сорванный с головы невесты платок забрасывается на ветви плодоносящего дерева, и молодожены получают наставление и напутствие старейшины рода. Thank you.
gökyüzde çalıp aydan ozan olsun. Kargara dağların yıkılmasın. Hak'tan yanan çırağın yana dursun. Kölgelice kabağacın kesilmesin. Oğullu kızda olsun. Koy otlu ocaklı olsun. Яллы – огненный, задорный танец, которым обычно завершаются народные праздники. В этом танце участвуют все – и стар, и млад. Существует около 40 вариаций этого древнего танца, но во всех из них главное – это огненный темперамент, жар души и всеобщее ликование людей. Им родник народного творчества, очага культуры, которым всегда будут находить вдохновение, тепло и радость, новые и новые.